надо срочно отменить проголосованный недавно закон о языках. Колесниченко-Кивалова. Необходимо прекратить, я обращаюсь к представителям фракции партии «Свобода», прекратить разрушение памятников советскому солдату. Разрушение, в принципе, памятников. Бог с ним, с тем Лениным, пускай он стоит, он уже никому не нужен. Подчеркиваю, что необходимо сегодня прекратить всякую русофобию, чтобы на Востоке, чтобы мы не потеряли электорально людей, потому что они испуганы сегодня. И они сегодня не готовы доверять власти. Вот вернуть доверие власти, на мой взгляд, сегодня внутри страны – это самое главное. Чтобы люди не взывали ни к россиянам, ни к каким другим, ни к американцам, ни к европейцам.